твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сцену покори, сейчас и навсегда. А теперь я приглашаю на эту сцену первого заместителя председателя Общественного совета Северо-Запада по миграционной политике при губернаторе Санкт-Петербурга, вице-президента Международного центра реабилитации и социальной защиты детей беженцев и детей переселенцев стран СНГ «Ласточка», лауреата премии «Маяк надежды» и ордена «Сердце Данка» в номинации «Лучшие люди России», вокалиста, лауреата международных конкурсов, продюсера международных конкурсов, разносторонне одаренных исполнителей «Модный мир звезд» и «Золотой стерв», теле- и радиоведущего Александра Валуа. Этот год, 2016 год, в России годом выдающегося пианиста Арно Арутовича Бабаджаняна. Песни его хорошо знают во всем мире. В прошлом году огромный памятник в Японии был сооружен. Я знаю, что сам Арно Бабаджанян при жизни очень любил Мексику, и даже где-то есть сюжет, где он вот в такой шляпе выступает. Вот. Я тоже сейчас попробую выступить и спою его песню, которая называется, не помню, как она называется, «Песня первой любви».